Ребят, всем привет! Хочу сделать обзор ключей от фирмы Fit. Как нужно выбирать ключи? Ну, первое, на что нужно обратить внимание, это, естественно, самое важное, это качество набора. Качество стали, из которой сделан этот набор. На толщину головок, стенки головок должны быть толстые, не тонкие, чтобы они у вас при затяжке или при том, когда вы откручиваете, не ломались. Это самое главное, то есть качество. Качество должно быть на первом месте. На втором месте, естественно же, функционал набора. Какие функции он выполняет? Чем больше функционал набора, чем больше он операций может сделать, тем он, естественно, лучше. Я выбирал себе набор дешевый, относительно дешевый и функциональный. Ну и, конечно же, качественный. Вот этот набор, он оказался именно таким. Набор я брал для того, чтобы ковыряться в машине, крутить, вертеть, закручивать, разбирать, собирать. Ну и чтобы он пригодился мне в доме. Что-то открутить, что-то подкрутить. Набор по возможности функциональный. Повторюсь, вам нужно определиться, какую роль он будет нести, да, в себе. Я брал такой набор, чтобы минимально задействовать другие инструменты, то есть чтобы их с собой не тягать. К этому набору я еще докупил набор комбинированных ключей. Сейчас я покажу эти ключи. Вот они, эти ключи этой же фирмы. Этот набор уже, он идет как вспомогательный, там что-то поддержать такое, зафиксировать. Ну, в принципе, я им-то и особо не пользуюсь. Пользуюсь я в основном вот этим вот набором. Его вполне хватает, чтобы открутить то, что нужно, закрутить, разобрать. Что меня порадовало в этом наборе? Здесь есть вот такая вот штучка. Это удлинитель. Он гибкий. Если вам нужно куда-то подлезть, труднодоступные места, то как раз таки он вам пригодится. Не во всех наборах они есть. На это тоже нужно обращать внимание. Также не во всех наборах есть свечные головки. Здесь они есть. Две свечных головки. Там еще видно, резинка стоит внутри, чтобы не повредить свечку. Идет обычная свеча с толстой юбкой и идет евросвеча. Здесь идет большой вороток, идет вороток средний, два карданчика под средний вороток, под большой вороток, два удлинителя под большой вороток, два удлинителя под маленький вороток. На удлинителе есть квадрат, который перемещается. То есть это тоже очень удобно. Вы можете ставить сюда головки и крутить уже этим воротком, откручивать более такие сложные гайки или болты. Также здесь идет набор бит. Длинные головки. То есть вот такой вот наборчик, ребят. Здесь вот маленькие головки. Стенки головок толстые, сталь хорошая. Набор неплохой. Как вы видите, да, у меня получается в наборе нету комбинированных ключей. Это вот таких ключей. Есть наборы, которые идут и с головками, и с комбинированными ключами. Есть в наборах плоскогубцы, есть в наборах молоток, есть круглогубцы. То есть это уже более функциональные наборы. Но вот этот набор, который я купил, здесь нехватку комбинированных ключей я не ощущаю. То есть я, этот набор вполне справляется со всеми задачами, которые я на него возлагаю. То есть по машине
Открутить, подкрутить. Затянуть. Набор хороший. Трещотки тоже хорошие, мне понравились. Единственное, я просто докупил сюда еще комбинированные ключи. А уже вы что будете покупать, какой набор вы себе купите, уже сами определяйтесь. Я просто вам показал, рассказал то, какой набор купил себе я. Все, ребят, всем пока, всем удачи. Удачно всем отпраздновать Новый год.